Всем привет, друзья и подписчики канала. Сегодня мы будем заниматься имитацией льда. Для этого нам понадобится матовый лак и жидкость для придания влажного эффекта. Но нам она понадобится для смешивания с содой, как я делал на зимней диораме, которая еще находится в работе. Сначала поработаем с матовым лаком. Наносить я буду его кистью. Не знаю, правда, как ляжет на глянец. Будем экспериментировать. Кстати, отличный лак для фигур, для техники, да для всего, наверное. Дает натуральную матовость. Всем советую. Сначала попробуем сделать здесь вот полосу. Не знаю, получится или нет. После высыхания просто вот этот вот лак, он дает такую вот белесость именно вот на прозрачных вещах. Не знаю, правда, какую толщину надо делать пока. Ну, есть, конечно, эффект, но не такой, как хотелось бы пока. Думаю, такого вот льда хватит такой толщины. Где-то сантиметр. Это выйдет у нас 30-35 сантиметров. Теперь с этой стороны нанесем. Такую же толщину, наверное, сделаем. На удивление, матовый лак, вот этот, на глянцевую поверхность, очень неплохо ложится, учитывая то, что он акриловый. Водорастворимый. Я думаю, будет скатываться. Так, теперь вот эту всю поверхность покроем этим лаком. А вот здесь вот уже скатывается местами. Ну что, 2-3 слоя, я думаю, перекроют все это. Так, здесь высохло уже. Вот такой вот получается эффект.
Ну, в принципе, может даже и пойдет. Единственное, еще пройдем содой. Это создаст эффект шершавости. То есть, что он не идеально гладкий, а имеет определенную структуру шершавую. Так, сверху начинает подсыхать уже. То есть вот где глянец уже отсутствует, там уже высохло. Ждем высыхания. Пройдем еще несколько слоев. После этого уже будем работать с текстурой. Здесь тоже уже высохло. Итак. Наш матовый лак высох. Вот такое вот имеем мы сейчас покрытие. То есть уже какой-то существует эффект, напоминающий лед. А сейчас мы будем с помощью вот этой вот жидкости делать текстуру. Сейчас я возьму соду, мы все это смешаем. Ну, много нам не надо, поэтому мы будем без фанатизма это делать. Вот щепотку я насыплю. Щепотку. Туда добавим нашего эффекта. Тоже не особо много. Беру свою кисть, которую я как раз для этих нужд. Размешаем все это. И тычковыми движениями начинаем понемногу наносить. При необходимости потом опять все это закроем матовым лаком. В прошлый раз он глянцевости этот состав не давал. Поэтому не знаю, как в этот раз. Кстати, подобным способом можно делать
антискользящее покрытие на танк. Многие просто экспериментируют. Вот этот способ отлично подойдет для такого покрытия. Кстати, вот эту вот жидкость для придания эффекта можно заменить акрилостирольным лаком, продается в художественных магазинах. Так же, как и эта жидкость разбавляется вайт-спиритом. Поэтому я думаю, что разницы между ними особо и нет. Хотя Акай утверждает, что это не лак. Я в этом сомневаюсь, потому что запах у них схожий. Консистенция схожая. Так что думаю, кто-то лукает. Так, сейчас подождем, пока это все высохнет. Здесь по краю еще пройду сейчас. Может быть, потом где-нибудь добавим. Или наоборот, сотрем. Вдруг где-то не пригодится нам. Ждем высыхания. После высыхания вот этой вот смеси с содой, чересчур прозрачно был, я это все прошел тонким слоем матового лака, чтобы появилась вот такая вот вещь. Он стал матовым. Теперь этот слой я буду заснеживать. Заснежил я всю работу. На данный момент работа выглядит вот так. Порядок заснеживания я показывать не буду, потому что данная процедура была отражена уже в двух моих видео. Делал стандартно: сода, ПВА, белый акрил, вода и до состояния каши, наверное, и сверху немножко присыпал просто соды, и выглядит на данный момент это вот так. Всем могу посоветовать в преддверии Рождества заняться какой-нибудь зимней работой, очень сильно повышает настроение, тем более сейчас на улице снежок выпал. Кому видео оказалось полезным, подписывайтесь на новые видео, ставьте палец вверх. Всем пока!